Где я, ребята? Я воды ждем. Хрен его знает, где запад, где восток. Иду изучать санаторий наугад. Заодно, если дойду, прокачаю скрытность, передвигаясь тихо-тихо. Эх, какая пригода, природа. Забыл, как называются эти фиолетовые цветочки. Может, это Иван-чай, который советует Володя Путин вместо Кока-Колы.
Это еще один мишка издалека как человек. Бля, это по мне. Не может ползти. Так, ну что ж, я не знал даже, что здесь есть подвал. Но раз я сюда уже попал, начну изучение таким образом.
Криповато. И охлаждаются сплит-системами, блоками внутри помещения. Интересно. А это нормально с технической точки зрения? Да, опять же, ностальгия по Silent Hill и Hitman Contracts. Да и санаторий тоже в Hitman фигурирует и играет очень важную роль. Но я имел в виду именно ностальгию по клубу на скотобойне. Это, похоже, еще один выход на сторону к лагеря диких. Где очки за изучение локации? Так, немного наследил. Кухня. Когда мышкой телом, корпусом двигаешься резко, это производит звуки.
Блин, отпадная игра, как она глубоко продумана. Ага, это дикие. Они, наверное, где-то здесь. Ну, вообще кайф. Романтика. Санаториев. Заброшенных кухонек. Еще и дождь. За окном стучит это. Любимая атмосфера зависимых людей. Говорю как психотерапевт. Клинически доказано. Только тумана не хватает для полной Сайлентхилловщины. Хотя в неканоничных играх, типа Silent Hill Dawn Pure, там как раз вместо тумана дождь. И так как мой любимый артист Burial тоже очень любит Silent Hill, но звук тумана, у тумана, в общем-то, нет особого звука, он просто все остальные звуки маскирует и приглушает, и он не мог это передать в музыке. Поэтому он часто использует звук дождя и виниловый треск для того, чтобы вскрыть огрехи своих миксов неидеальных. Ну и с другой стороны, нагнать вот этой загадочной мистической атмосферы туманного Альбиона и психики зависимых людей. Ну, знает дядя толк. Так, я немножко дезориентировался. Ага, вертолет там. Значит, я пришел оттуда, через подвал, другое крыло, вылез. Но это не точно. Я понял. Громко. Вертеться не надо. Даже если меня здесь убьют, или не здесь, а позже, все равно сохраню эту катку как коллекцию первых впечатлений. Первые впечатления наводят всегда на монолог, поскольку зрителей нет, диалога выстроить не с кем. Будет монолог.
Походу меня хватит только на первый этаж. Поэтому я не буду в госпитале. В санатории. Я не буду приходить сюда и бегать, как герой. О, какой кадр. Дождик прекратился. Я сделаю еще один стоп-кадр, чтобы для арта использовать референс. Салам алейкум. Водичка закончилась. Придется ускориться. Ну, понятное дело, полезу я в кассу сначала за деньгами. Денежки нужны. Опа, это люди надо мной смеются. Блин, да, в такие вывозки надо. Тут хоть будет немного жидкости. В такие вывозки нужно воду брать. Таблеток нет. Да что ж за проёб. Короче, планам не суждено сбыться, а я буду теперь иметь в виду. На зале никто не оставляет. Должен же кто такого ставить был.
Спасибо, игра. Я тебя люблю. Это искренне. Походу надо подоутываться и валить. Переход на маяк. Два человека бегают. То ли остановились, то ли еще что, не понимаю. Слушают. Может, конечно, боты. Я неопытный, но, по-моему, меня уже хотя бы определил, что два человека. Через 6 минут надо выходить. Я надеюсь, они прошли и... Я надеюсь, они будут. Буду брать только легкую. Дребезня. Надо воды еще найти. Это от меня, от обезвоживания. Потеря здоровья была. Нога. Ладно, оставлю еще немного. Вдруг
Вдруг снова поплыву. Это 100% бута. Надо уходить. Это меня всадили. Так, я сейчас потеряюсь просто-напросто. Угу, я тут никогда не был, но по звуку это... Этот канал в противоположную сторону течет от берега. Значит, я прямо иду. Правильно, в смысле. Там еще мостик какой-то. По идее, я в болотную местность выйду, и оттуда переход на маяк. Но нельзя мне было наслаждаться красотами. Санатория, надо было сразу бежать. Здравствуй, друг. Есть что? Кто тебе так? Я вообще никогда не был в этих местах. Ух ты, поля. Так, деревня-то уже хорошо.
Оно все плывет, я даже не помню, где тут что. Тоннель. Здравствуйте. Походу я бегу в тоннель уже. Вода. Несколько неаккуратно, конечно, но... Надеюсь, больше таких бедовых, как я, нету. Пить сок, пить. Вау, я сделал это. Офигенно. Просто офигенно. Опять никого не убил, но впечатления какие. Посмотрел госпиталь, санаторий. Я его теперь буду рисовать на картинках. Спасибо, что смотрели. До встречи.